Несмотря на плюс за окном, вопросы погоды в доме остаются актуальными. С 21 февраля обновлены правила подготовки организации к отопительному сезону. Теперь время подачи сократилось с 5 до 3 суток. Изменения обусловлены необходимостью обеспечения нормируемых социальных стандартов, допустимых в холодное время года для разного рода помещений. В первую очередь будет включаться отопление при среднесуточной температуре в течение 3 суток подряд плюс 10 градусов и ниже. В детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивов, библиотеках и гостиницах. Добавлен в этот перечень специализированное учебно-спортивное учреждение. Следующие на очереди жилищный фонд, общежития и учреждения образования, а также театры и общегородские бани. Стартом для включения отопления послужит среднесуточная температура плюс 8 и ниже в течение 3 суток подряд. Изменения не затронули общественные и административные здания, промышленные предприятия. Изменение времени начала отопительного сезона с 5 до 3 суток обусловлено необходимостью обеспечения нормированных социальных стандартов, допустимых в холодное время года для разного рода помещений. Не обошлось и без изменений в техническом кодексе. Взамен действовавшего документа «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» вводится в действие новый акт с аналогичным названием. Соответственно, лицам, ответственным за тепловое хозяйство организации и персоналу, эксплуатирующему теплоустановки и тепловые сети, необходимо пройти первичную проверку знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в комиссиях соответствующих составов. Новые правила и документация помогут сделать отопительный сезон более теплым и комфортным. Для получения консультации по всем вопросам можно обратиться в Бобруйское межрайонное отделение филиала «Государственный энергетический и газовый надзор» по телефону 740011. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.